Так, ребят, всем здорово. В общем, сегодня гайд по калашу. Как собрать калаш, вообще дешевенький. И вот, если что, можно купить, обменять у прапора на первом уровне лояльности калаш за консервы. Ну, за тушенки, вот. Такую тушеночку. Вот, три тушенки и калаш ваш. В общем, я это сделал. Вот у нас калашик есть. Сборочку заходим. В принципе, здесь ничего не, особо не надо менять. Покупаем вот такую хрень. Ну и можно вот такую хрень поставить. Все. По сути, отдачи вот 101, но вам хватит за глаза, пацаны. Можете еще шлепку поставить, но это на любителя. То есть тут одну отдачу уберет вертикально и все. Соточка вообще нормально. Можно зажимать, не стесняясь. В общем, собрать, купить там, да-да-да, все дела. Вот. Цевьё лыжника, на, не помню, на втором, на первом. Короче, не важно. Вот. Собрать, сборочка собрана. Вот у нас калашик. Значит, разряжаем. Ставим патрошки сюда. ПС-очки. Ну а далее идем в убежище тир. Так, ну вот, собственно, мы в тире. В общем, тестируем наш калаш. По последним еще не стреляем. Нормально, в принципе. Стреляет почти в точку. В ближнюю прям вообще без проблем. В ростовую мишень попадаем. От бедра. Но есть, конечно, отдача. Видите, паттерн такой вот. Немножко вверх и вправо-влево горизонтальная отдача есть. Да, ну как по мне, для 70-39 вообще отлично. Вот смотрите. Можно ЧВК прям убить. Ну, вот с такого расстояния даже может больше. Вот тапать как будет тапать. Можно затапать в голову прям. Так что отдача в 0.14 сделал калаш играбельным. Так что, ребята, играйте с моей сборочкой. Всем спасибо, всем пока.